Учение света, не учение тьма. Огонь стал символом света и увенчал букву А на мозаичном полотне преподавателей кафедры монументально-декоративной живописи РНИТУ Натальи Довнич и Андрея Поленицы. Панно «Мост знаний», точнее его первая часть, украсила главное помещение научной библиотеки имени Валентина Распутина в Иркутске. В бескрайние просторы знаний погружают зеркальные вставки, а в роли стражей-сокровищницы выступают образы льва с человеческим лицом и птицы Феникс, символизирующие доблесть и величие с одной стороны и возрождение и обращение к истокам с другой. При вот тех условиях освещенности естественной, которые есть в этом пространстве, дают такую обратную реакцию, то есть свет отражается в этих маленьких зеркальных кусочках и как бы проникает внутрь композиции, а также зритель может увидеть свое отражение в этом зеркале и тоже как бы интегрируется туда. Работа не единственная. Предполагается оформление холла библиотеки, третьего этажа, где уже частично расположился мост знаний, и пятого этажа с конференц-залом. Там будет смонтировано еще одно мозаичное полотно познания. Его по кусочкам соберет дипломник Натальи Довнич Александр Красильников. На проектную часть полгода получилось, и набор уже второй месяц идет. Сама работа в материале. Оно не так пафосно, как мост знаний, но тоже со смыслом, как и все кафедральные проекты для библиотеки имени Распутина. Приходится учитывать специфику заведения и помогать поддерживать соответствующий моменту настрой. Все проекты имеют принадлежность и свое художественно-образное содержание, соотносимое с современной библиотекой, со знаниями, с обучением, с постижением чего-то нового, с сохранением традиций. Полностью интерьер библиотеки в материале увидим, вероятно, не скоро, а хотелось бы. Работа, она долгосрочная получается, да, не месяц, не два, а монументальные произведения делаются. И вот у нас в нашем случае получилось только набор с монтажом, да, где-то около полугода у нас получилось. А вот студенческие работы будут официально признаны уже в конце июня на защите дипломных проектов. Эстетичных, практичных, со смыслом и настроением.